Пенсию считать стало проще. В региональном отделении пенсионного фонда презентовали новую версию официального сайта. Теперь там заработал личный кабинет застрахованного лица. В режиме онлайн граждане могут получить информацию о количестве пенсионных баллов и длительности стажа. Также жители смогут рассчитать, какая пенсия начислена в текущем году. Для удобства пользователей открыты дополнительные электронные сервисы пенсионного фонда. Через новый сайт можно записаться на прием в любую клиентскую службу в любом субъекте Российской Федерации, а также сделать предварительный заказ справок, сформировать платежные документы и даже совершить видеозвонок в пенсионный фонд. Все эти услуги уже доступны на сайте госучреждения. С этого года, с января 2012 года, у нас все наши пенсионные права будут оцениваться в баллах. Это сделано специально, чтобы защитить наши пенсии от инфляции, потому что рубль сегодня и рубль через 10 лет, конечно, это будет разный рубль. А в пенсионных баллах это будет более стабильно, более надежно. И уже при выходе на пенсию сумма этих баллов за все-все годы будет суммироваться и подсчитываться уже сумма пенсии в рублях, когда человек выйдет на пенсию.